Друзья, всем привет! Очень рада приветствовать вас в своем новом влоге. Совсем скоро у нас в городе Самара состоится показ российских дизайнеров, и меня пригласили на него в качестве модели. Привет, еще много девчонок из других городов, из моего агентства Рафэшн. Сегодня вас познакомлю вообще с своим агентством, в принципе, возможно, даже с директором агентства, вот, и с другими его очень важными лицами. Сегодня кастинг плюс в 3 часа. Меня пригласили также поучаствовать в съемке клипа, презентации для показа, что для меня очень приятно. Вот. А сейчас я буду краситься, делать базовый макияж для кастинга, использовать свои любимые продукты. Не обращайте внимания, что я тут в косичках. Это мой лайфхак перед какими-то важными мероприятиями, если мне нужно быть со своими натуральными волосами, потому что выглядят они вот так. Мне хочется их немножко пригладить, чтобы они выглядели более аккуратно, уложенно. В свой телеграм-канал я снимала подробное видео своего макияжа, поэтому приглашаю вас в него в очередной раз. Не буду показывать весь процесс здесь. Вот все продукты, которыми еще я буду пользоваться. Покажу вам конечный результат. Так, сейчас я буду расплетать свои косы. Ой, в целом мне вот так нравится. Такой вайп американский. Ну, вот. Отлично, отлично. Суперская волна. Вау, ну все, чувствую себя на 1000000%. Я на кастинг взяла обязательно туфли, но еще взяла футболку своего агентства. Но поеду изначально немножко в другом. Как вам показать? Ну, давайте наша любимая. В джинсах, они не скини. И все, можно выдвигаться. Друзья, я приехала. Поднимаюсь сейчас к станкозаводу. Так называется здесь какое-то культурное место. Никогда там еще не была. Но сейчас узнаю. Мне очень жарко. Я уже пожалела, что нанесла тоналку. Как всегда со шмотками, но все. Вот станкозавод. Пойдемте. Вот так вот. Сколько раз я уже была здесь и никогда еще не видела таких павильончиков. Как же тут красиво. Так, я воспользуюсь картой, потому что я вообще не понимаю, куда здесь идти. Сейчас для мероприятия. Типа мне сюда. На второй этаж. Поняла. Погнали. Угу. Наверное, туда. Сейчас мы заглянем на секундочку. Угу, понятно, ладно. В общем, здесь центр магазина. Очень клевое пространство. Сейчас кому-нибудь загляну в гости. Одежда из льна. Тут стилисты. Здесь вообще прелесть. Оп. Авторские украшения. Короче, мне здесь очень нравится. Посмотрите, какая здесь территория. Тут можно посидеть, отдохнуть. Я в восторге, ребята. Я даже не знала про это место вот ровно до этого момента. Ну, короче, дальше там также магазины. Let's come back. Короче, мы уже встретились со всеми, с агентством. У меня в этот момент не сработала камера. Мы все так мило обнялись. В общем, очень люблю свою команду. С ней работать. Вот. Естественно, все не начнется в 3. Время уже полчетвертого. Так что да, мы здесь допоздна. Показывайся. Сейчас я скажу. Что-то для меня отдельное. Такое вот платьишко. Офигеть. Татский. Ой, извиняюсь, оп.
Я вас сейчас познакомлю с самой шикарной женщиной. Привет, это я. Ребята, это Елена Анатольевна, мой директор агентства, самого прекрасного агентства на свете. Спасибо. Ну это действительно так. Что я могу сказать? Агентство крутое, Елена Анатольевна крутая, команда у нее самая лучшая. Так работаем, Софья. Конечно. Работаем. Знаете, сколько красивых девочек Елена Анатольевна собрала? Провожаем, встречаем. Не поддерживаем постоянно, не постоянно поддерживаем. 24 на 7. Да. Антона, теперь... Как я всегда говорю, они далеко, но они всегда рядом с нами. Конечно. Она еще подрастет. Все впереди. Да. Зато Елена Антона дает мне возможность участвовать в показах. Даже со своим ростом. Да, все прекрасно. Все главное, харизма. Девочки, все про фэшн идем. Сейчас снимаем. Друзья, у меня сейчас перерыв, у нас полчаса до кастинга, я уже приоделась, мне сказали мои джинсы опустить максимально по талии, я еще хочу сейчас завязать вот так футболку, вот так вот, припушу батончиком, потому что я так устала, я такая голодная. Итак, здесь нас сейчас будут регистрировать, вот такое вот большое-большое пространство, много-много девочек, реально, очень много. Опа, ко мне хотят вам. Я подписчик Сауни, я ее смотрю. Ой. Давай вместе сейчас пойдем. Всем привет, она будет меня учить, как лететь. Да, все, я уже готовлю список того, что нужно малышке взять с собой. Первый контракт. Первый. Я так ответственна, да. Я тебя отправляю, получается, в какой-то... Я все скину. Я подготовлю, обещаю. А все. Я потом скажу вам отзыв. В моем влоге будущая звезда. Всех соберу. Мы сейчас всем покажем. Гайсы, постойте здесь. Собрала все свои вещи, могу ехать домой. Очень надеюсь, что меня взяли. Посмотрела всю свою проходку, я довольна.
теперь будем ждать результатов. Я хочу пойти взять сок свежевыжатый, возможно, и прогуляться здесь по району. И потом уже поехать домой отдыхать. Завтра уже поеду домой. Хотела в красивое место прийти, но вы видите, да? Очень нравится мне эта кофейня. Самый лучший американо здесь. Let's go! Может быть, круассанчик. Я так хочу этот чиа-пудинг. Он такой аппетитный. Или кашка. Ой, нет. Угу. Да, пожалуйста. Спасибо большое. До свидания. Сказала, что там лучше американо, но я, если честно, голодная. Очень рискованно пить кофе. Так что у меня сегодня свежевыжатый апельсиновый сок и классический круассан. Я иду гулять и наслаждаться вечерней солнечной Самарой. Я думаю, мы с вами, ребята, увидимся на репетиции, так что прощаемся на пару недель. Но для вас, вообще-то, это всего лишь один кадр. Я встретила своих знакомых, и мы пришли в другой из куратов, в который я хотела прийти изначально. Он вот такой вот большой и красивый, и я взяла тот самый пунга. Пунга. Чиа с манго. Пунга. Друзья, всем привет! Сегодня 1 августа, и у нас первая репетиция к показу. Я приехала в Самару. Сейчас нахожусь в космопорте. Зашла в Stars, перекусила чиа-пудингом. Мне очень нравится. И сейчас направляюсь уже на станкозавод, где будет проходить репетиция где-то 2-3 часа. Да. Стараюсь показать вам как можно больше. Йоу! Путь у меня занял 40 минут. Настроение хорошее, я думаю, сейчас скинуть вещи, пойти чуть прогуляться. Потому что еще целый час. Я буду в плане. Попад. И мы прибыли. Я решила далеко не идти, прямо здесь посидеть в веранде. Закажу себе сейчас какой-нибудь прохладительный напиток и буду просто отдыхать, потому что я реально находилась. Фоткаются такие все красивые, эстетично. Сам покажу веранду. Там Бьюти Чака фоткается. Я сейчас хочу заказать какую-нибудь черную смородину. Да, черная смородина мята хорошо зайдет, я уверена. Он хорош. Ой, уже организаторы приходят. Просто вовремя пришла. Йоу-йоу. Побежали, побежали. Вот это есть место у вас, пространство для разнородности каких-то отличий. Да, то есть понять, в чем крутость этого разворота. Вы...
Друзья, всем привет! Сегодня день примерки. Мне предстоит путешествие на ласточке. Вот у меня такой красивый вид. Не каждый день таким видом влоги снимаешь. О! Тут невероятно красиво. Мне очень нравится расположение домиков. Здесь прямо напротив Волги. И мы можем в процессе наблюдать за тем, как живут и другие люди. Это так клёво, такой какой-то комьюнити, типа, здороваешься со всеми. Вот такие соседи. Все вечером собираются, готовят ужин. Клёво. Сейчас я вам покажу в другом кадре, вообще, как это все выглядит со стороны. Вот, посмотрите на концепцию. Здесь где-то 6 домиков. И это клёво, когда мы здесь все готовим, мы друг друга видим, общаемся. Кайф. Сделать маску, чтобы напитать кожу, и буду краситься. Она мне все должна отеки типа с лица убрать. Но я постаралась лечь вовремя, чтобы быть фреш, потому что сегодня супер важный день. От того, сколько дизайнеров мне дадут свои одежды, столько у меня и будет выходов. Я всегда делаю все возможное от себя, а там уже как судьба решит реально. Если я буду точно знать, что я сделаю максимально возможное от себя, там проходку хорошо сделала, себя подготовила, в результате какой-то там неудачи буду расстроена, но, по крайней мере, буду знать, что я сделала все, что от меня требуется. А судьба уже там сама решает, пусть что ей надо от меня, поэтому да. Ну все, друзья, я готова. Такой вот очень легкий макияж. Косички расплету потом, чтобы был волнистый волос. Пришла прощаться с этим прекраснейшим местом, который дал мне силы отдохнуть и наполниться. И выдвигаюсь на вокзал. Короче, я приехала на станкозавод, взяла себе апельсиновый фреш. Сейчас нам здесь надо быть очень много времени. Вот, сказали идти пока в студию. Вроде бы ничего не готово еще, поэтому да, ждем. Короче, я расплела свои косы. Да. Все, ребят, мы ждем примерки. У нас тут пока только половина. Решаем вопрос по прическе. Все остальное. Ребята, у меня началась примерка. Короче, я не думала, что мне, короче, хотят бронировать следующие дизайнеры, а у нас только 3 проходки на девочку. Девушки, красавица, я переодеваюсь пулей. Просто залетаю в гримерку и уже вылетаю. Очень надеюсь, что все будет окей. Первый образ будет вот, забудьте про платье. Просто вот такой вот свитерок. У меня один, он такой просвечивающий. И в колготочках. Мне даже приятно было. Йоу. Друзья, мы закончили. Короче, все, мы освободились наконец-то. Половина из нас. Время 9. Я еду сейчас домой, голодная, ужасно. Буду отдыхать. 3 образа есть. Доброе утро, ребят. День X настал. Я сходила в душ. Сейчас буду брызгать волосы термозащитой. Обязательно у корней. Буду потихоньку собираться, завтракать. И поеду за девочкой, с которой мы вместе пойдем на показ. Все, я в такси. Еду за Кариной. И потом выезжаем в Кошу за кофе и на репетицию. О, тут все модели! Мы крутиться будем! Да, офигеть! Ничего себе, я приехала! Все, мы начали репетировать. Я ничего не понимаю. Я сейчас объясню. Все, мы будем репетировать в костюмах. Короче, беру крестяки, потому что сейчас нам будут снимать с телеканала «Пятницы» эфир. Нас запутали. Никакой эфир бьюти-тяки не снимали. Бьюти-тяка — это одна из самых популярных визажистов у нас в Самаре. Она позвала к себе 5 девочек, чтобы
ее мастера сделали нам макияж. А она тоже думала, что ее покажут на пятнице, но не тут-то было. И я тоже бегу такая вся на эмоциях, вон, она сейчас на пятнице покажет, но на самом деле нет. Я так поняла, программа называется «Переезд», что-то такое. Ну вот, в целом потом дальше увидите кадры, что и как снимали. Но мы, конечно, с девчонками вроде как попали в кадр, но мы ждем программы, посмотрим, что там и как. Ну и получается, макияж с прической нам делали просто так. Но зато мы познакомились с визажистами и нас пригласили на макияже потом. Так что в целом все в плюсе. Пару слов. Какие ощущения? Классно, я хочу кушать. Не одна ты. Все, мы идем. Нас там уже снимают. Пока я балдею, давайте, наверное, скажу вам пару слов про показ и почему он называется «Наши». Показ состоит из двух актов. В первом акте будут представлены коллекции приглашенных дизайнеров, а во втором участвуют наши самарские дизайнеры. И искренне рада, что у нас так много клевых, интересных и идейных людей. Они все большие молодцы. Переходите по ссылке в описании на инстаграм бренда. Фарфоровая куколка. Мы идем кушать. Пришли в ресторан честных цен. Прям совсем близко. Сейчас покушаем, потому что мы очень голодные. Я завтракала где-то там в 7 утра. Заказала роллы, салат, фондан. Прям наесться, чтобы до вечера хватило. Нам приятного аппетита. И как это все съесть? Я сейчас подсниму твой салат. Тебя прекрасную. Фондан, которого мы ждали. Ну что, тебя заснять, что я существую? Там еще не видно, видно, что ли? Мы ждали фондан сколько? 30 минут? Уже настроения его нет, есть, но нас есть надо, потому что чего мы его ждали-то? Давай эмоции от фондана, мы уже обожглись об этом. Ладно, ладно, все, будем кушать. Телеканал «Пятница» приехали. Уже клеен. Да ты уже звезда, ты там уже... Все, пожалуйста, в кассу. Да. Слушай, я там нагнулся, у меня рогатка. Видимо, здесь будет регистрация гостей. Какая-то неоновая штучка. Заходим, вас встречают шоты. Угу. И вот такая лепота. Тут, видимо, все спонсоры, все дела, бар. Уже расклеили имена, кто где будет сидеть. Ну, сейчас уже генпробой, снимают пятницу. Сейчас девочку буду учить ходить. Уже научили. А, уже научили? Так быстро? Чего я 3 года потратила модельную школу? Мы по порядку идем или как попало? Девочки, это влог, машем ручкой. Йоу! Что-то интересное! Вы понимаете, это стоит, чтобы сделать скидку только 30%, не более того. Сколько много камер? Ты видел? Друзья, ну что, показ потихоньку начинается. Я буду стараться где-то вылавливать из инстаграма видосики, как там все проходит. Но, к сожалению, я могу показать только закулисный видос. Поэтому, да. Короче, все организаторы пришли к нам сюда в гримерочку. Роман, пару слов в мой влог, пожалуйста. Здравствуйте, я Рома. Сапожник.
И режиссер-постановщик, правильно? Все правильно. Как у вас настроение, Роман? Прекрасно. Вы готовы? Да. Показ будет каким? Здоровский. Девочки, аплодисменты! Елизавета, мне нужно ваше платье. Вау! Анфиса сегодня приглашённый гость. Да, меня пригласили, я пришла. Как вам? Волнуйтесь? Нет. Вот вы молодец. Спасибо. Вы тебе получили посещение модели? Ну, типа того, получается. Да? Ну, подожди, еще не прошла. Еще надо продефилировать и не споткнуться. Ты же понимаешь. Это высотка техная. Посмотрим, как это будет. Я никогда не ходила на подиум. Ну, что пойдем? Все бывает впервые, правильно? Сколько лет занимаешься моделью? 12, мне сейчас 18, 6 лет. Да. Я два раза на контракте летала уже. Ну да. Круто, понравилось. Да, очень круто. Ну так что, успехов. Спасибо, и вам тоже, удачи. Приму вас на удачу, я вас очень люблю. Все, у вас все получится. Девочки, машем! Танцуем и машем! Можно еще раз? Я бывала в Арабии. Танцуем! Песня остается «Река». Ее начало называется «Устье». Река стремится к своему концу, к своему истоку. Это такой адреналин. Я уже переоделась, все, у меня теперь второй. Сейчас уже строимся, выходим на второй акт. Отработали. Нам что, можно идти, да? Да. Мы на тортик успели. Кайф. Это фабрика, это кондитерская кухня, это новая резидентная стройка завода. Они сотворили это невероятное чудо, поэтому, пожалуйста, друзья, подходите ближе, фотографируйте, отмечайте в своих соцсетях. Ну что, все, выхожу отсюда.
до следующего какого-нибудь показа или съемки. У меня пока нет слов, одни эмоции. Я очень счастлива стать частью этого показа, этого движения, этой любви между другом. Новые знакомства — это настолько клево, круто, я заряжена, у меня много энергии и вдохновения. Но очень хочется пойти уже отдохнуть. Но я вообще, я очень довольна. Это моя мечта. Естественно, так много клевых людей, мне так много людей написало, предложило встретиться на съемку потом. Вау. Так что да. Друзья, ну что, прошел показ. Я на неделю выпала из жизни вообще. Я настолько эмоционально была выжата. Физически тоже. Я осталась еще после показа где-то на часов, пообщалась с стилистами, с фотографами. Незабываемые эмоции, впечатления. Я потом еще неделю заходила в Инстаграм, смотрела, что как. Я невероятно благодарна за этот опыт, за все эти дни, проведенные с девочками, с организаторами, за все те эмоции, которые я получила, за тот опыт, который я получила. Уже жду какой-нибудь новый показ, потому что даже не знаю, что более ценное. Это время до показа или сам показ, потому что для нас это пролетело за минуту, как будто бы мы столько готовились, и так быстро все прошло. Я даже не успела поволноваться толком. Я говорю огромное спасибо своему агентству еще раз за эту возможность, которая у меня была. Спасибо всем девочкам за это время, проведенное вместе, организаторам за столь прекрасный, интересный, воодушевляющий показ. Очень рада быть частью этой большой команды, этого большого движения течения реки. И огромное спасибо вам за просмотр этого влога. Я очень надеюсь, что он вам понравился. Вы об этом можете дать знать мне в комментариях или своим лайком. Переходите в мои социальные сети, будем там общаться и обмениваться энергией. Всем пока-пока. Oh.